Так, друзья, продолжаю бродить по зоопарку. Сейчас перейду на другую сторону, а пока запишу вам привет. У нас японские макаки, по-моему, если я не вру. Вот они есть, слева там все приткнулись. Сверху кто-то там в чем-то ковыряется, что-то делает. Ну, как всегда, народу немало смотрит, все обезьянок у нас любят. Наверное, это на сухе, я так думаю. Здесь видно было. Так, подожди, что-то хвосты какие-то у них узкие, вроде на бобров похоже. Вы кто такие, ребята? Вроде похоже. Так, наверное, снизу я узнаю, что тут как на самом деле. Внутри я не признал. Собственно, видно их еще отсюда, как-то так более-менее. Надо было с другой стороны подойти, там было бы поближе. Но едят они, как все грызуны, очень забавно. И вот там еще птичка какая-то с ними вместе. Так, у нас белый медведь спрятался, никого там нету. Если вам грустно без белого мишки, то он есть у нас на холодильниках. Вот и беличьи обезьянки. Так, это что-то новое по названием игрушки для приматов. Так, ладно, видимо, как-то это все можно им давать, что-то они с этим делали. Ну, в общем-то, меня тут опять же прогнали, так что идем, что у нас здесь такое. Смотрим, это же семейство горилл. Иди сюда, мы тебя Опа! Настя, полезла.
Сразу не заметил, потом как-то удивился, действительно маленький детеныш гориллы с одной рукой. Неужели самец его не принял, может, чем-то не понравился? А кто еще мог с ним такое сделать, я не знаю. Конечно, мог и родиться, наверное, с аномалией, но не знаю, что по этому поводу сказать. Могу добавить, самое удивительное про гориллы это то, что они же самые крупные, такие приматы, у самцов такие большие клыки. И при этом они самые вегетарианцы. Практически их, по-моему, только мясом, кого кормили мясным фаршем в зоопарках, они тогда ели. А в природе они вообще очень строгие, едят какой-то тростник, который, в общем-то, очень горький на вкус, как я об этом слышал. Но вот они, знаешь, видимо, что им полезно, уже к нему привыкли. В основном, такие клыки нужны самцу, потому что у них гаремы. Вот, и чтобы от чужих конкурирующих самцов отгореть, защищать, сказать, своих самых, своих детей, так вот ему нужен суровый вид. Чисто вот именно для этого. А никакой он там не хищник, не страшный зверь. Так что такие дела. Кого-то енотик идет. Смешно. Так, это я до детского зоопарка дошел. Здесь у нас гуси и голуби. Морские свинки. Такие милейшие зверьки, прям обалдеть. Тоже, по-моему, из Южной Америки, что ли, ниоткуда, могу врать. Знаешь, они там национальное блюдо, к сожалению. Тут у нас попугайчики. И волнистые тоже товарищи есть. Надо Веронике привет передать, у нее как раз попугайчики дома. Привет, друг. Ты где там? Я тебя не вижу. Привет. Привет. Вот ты. Привет. Привет. Только я тебя кормить не буду, к сожалению, ничем. А так это правда. Привет еще раз. Видно, не видно. Видно, наверное. Жорик, не сажорик? О, похоже, это была шиншилла. Там внутри... А, вот там тоже есть. Может, видно будет? Ой, это что? Дари себе. Уйдет. Ударился. Сейчас я переживаю только об одном. Работает ли террариум? Потому что если не работает террариум, то будет очень печально. То есть оно что фильм парка юрского периода, где нет тираннозавра. Я иду, хоть бы он работал. Только не говорите, что он на реконструкции. Вроде он не указан, не написан. Работает ли он? Работает ли он? Работает ли террариум-то? Так, подожди, вход. О, обалдеть! Террариум работает, ура, я туда пойду. Отлично. Стены зеленые, и у нас всякие портреты здесь. Различных зверюшек террариумных на фоне. Так, а здесь у нас кто? Здесь у нас сетчатый питон. Ну, как обидно, что он спрятался. Это же самая крупная змея. Может, конечно, про анаконду говорить, что она крупная, но вроде как сетчатый питон именно такой дядь. Не, я его головы не вижу, где там спрятался. Ладно. Спускаюсь, иду дальше. Здесь у нас, во! А, вот это так называемый тупорылый крокодил. С короткой мордашкой, как надо так гумани называть. А, из Африки, дружок. Может, отсюда его как-то видно будет. Ну, вот так как-то получше. Игуана нет. Игуана-носорог у нас здесь. Классные таблички сделали. Ой, обалдеть, обитает в какой точке маленькой. О, это китайский аллигатор, да? Точно, это он самый. Привет, друг.
Он там своему... А, ну он вообще там тоже точка в Китае, на маленькой, где он обитает. Ой, красноухая черепаха, где же ты обитаешь, родная? Ой, как-то распространена-то. Так, надо потом почитать все это дело. О, до 35 сантиметров, обалдеть. У меня же дома такая живет, я уже в прошлом видео сказал. Зовут ее Адель, мою черепашку. Она как-то у меня светлее вот этих всех. Эх, мне бы такой аквариум для нее. Вот, они все просто там как-то отдыхают. В общем-то, все очень даже похоже на мое поведение. Так, ой. Там кого-то будет так сурово кормить сейчас. О, это у нас игуана. О, симпатичная девушка, работник была. Говяловый крокодил. Кстати, прошу заметить, что вот их часто путают. А где он есть-то? Он же такой здоровый, здоровый. Он самый большой вообще здесь. Его нету? А, вон он, сейчас, секунду. Во-во, выглядывает. Ох ты, красавец какой. Сибирский аллигатор. Ой, что у тебя глаз такой белый какой-то, нездоровый, на вид, наверное. Странно, что-то немножко страшно так рядом с ним находиться. Потому что он слишком близко и прям как будто на тебя так смотрит. Экран большой, так, в сравнении. Есть еще вот здесь, вот можно не взглянуть, чтобы там с народом не толпиться. А это не знаю, кто он. Мальчик он такой. Здорово, что стиральным работает, мне для меня это самое важное. Ну, правда, что-то все там как-то попрятались. Ну, что-то эта девушка, которая мне с мясом так не встретишь, она кого-нибудь при мне покормит. Может быть, еще круг сделать? А вдруг действительно будет. Так, не зря я повторно зашел. Вот у нас товарищ повернулся уже. Он даже на меня смотрит. Привет. Я тебя не помню, ты какой-то новый здесь. У нас гладколобый кайман. Сейчас кормить будут как раз. Кто-то прям как знал. Как знал. О, еще второй тоже ждет, дожидается. Хочет что-то съесть. Будет ли его сейчас кормить или нет? Дабы она знает свое время кормления. Конечно, он девушку спугнул своим поведением, а так быстро не выйдет теперь. Хотя вот смотрите, тоже товарищ тоже ждет теперь уже у двери. Конечно, реально знает, когда их хотят покормить. Даже не помню, снимал я игуану или не снимал. Там тут есть суровая дама. Похоже, у них уже соревнование идет. Первый у двери будет. Вы какие негуманные ребята на самом деле.
родители определились. Что-то та девушка замечательная больше не выныривала, не кормила никого, но явно там ходила. Я так понял, что все товарищи крокодилы, вы ее слышали? Вот все перед дверьми стояли, так забавно. Вообще какого поведения ничего не видел, никогда не обращал внимания. А ты где слушаешь? Не знаю, как-то очень забавно. Единственное, что какая прям такая драка там у этих товарищей китайских аллигаторов случилась. Чуть было немного неудобно так подкрадываться, знаешь, вот так вот стоять и ждать каждого кормления. Потому что мне кажется, очень бы смутил эту работницу зоопарка. Именно поэтому человек решил оттуда уйти и не стоять, не караулить. Все, смотри, где обезьяны. Что самого самца там не увидел, повернул нашу камеру на себе надежде в левую сторону. Не знаю, был он там или нет. Тимур, товарищ. Там, может, их еще там видно откуда-нибудь. Блин, а тут не видно никого, место такое хорошее не освечивает. А, вот отсюда, отлично. Только не так далеко, что их там не разглядишь, наверное, как две точки будут на экране. Горный козлик, привет тебе. Винторогий козел. О, тут стоит такой. Привет! Вся та часть вторая, она уже закрыта. Вся реконструируется. Ну не так плохо, но, конечно, мало, и цена за билет, кого-то тут все открыто. Какие вот дела? У Мишек тихий час. Так, вот я снова на старой территории. Пора, пожалуй, уже закругляться. Ремонт, по-моему, чисто косметический такой. Особой перестройки здесь нету, все вроде бы по-старому. Попробую еще кого-нибудь посмотреть, кого-то я этого не увидел. И, наверное, буду закругляться. Как ни странно, никого у него сейчас нету. Как раз можно на него посмотреть. Облизывается красавец. Сергей, будь осторожен. Смотри, какая трещина. Сейчас пробьет стекло. Он будет здоровый. А вот смотри, сюда. Так, ну с малой пандой у нас так и не сложилось. И она там спит. Тут никто на себя сейчас не смотрит, дай-ка я посмотрю. Товарищ Белуха выныривает, дышит. Все, ушел под воду. А по поводу того, как спят вот эти товарищи, я слышал, что у них по половине спит, то одна половина мозга, то другая. Вот, когда они в сон так уходят. Поэтому они никогда не спят, так что прям совсем они бы спали. Вот опять не зря вернулся товарищ Сивыч, уже на суше греется. Дыхать бы здоровый.
Да? Обычно раздражают люди с какими-то глупыми комментариями. То сумку змеи сделать, то это товарищ не кусок сала. Так, слона мы все-таки тоже более-менее получше увидели. А сейчас я вспоминаю, как я впервые побывал в московском зоопарке. Это было зимой, на улице было минус 25. А я отцу после кучи передач про животных по телевизору говорю, что вот я хочу в зоопарк. А если это крокодил есть, то тем более хочу. Хочу наконец-то их увидеть. Помню, как мы тут ходили, как оба мерзли, как стояли длиннющую очередь в террариум, потому что по большому счету все хотели там погреться. Ну, это было какое-то просто безумное счастье для меня. Вот так же так это было в свое время. Сложно с детьми, вот так что приспичит и все. Или попу морозить. Так, в общем, это был степной сурок в итоге. Наконец-то я нашел табличку. Но он далеко, его так и не увидишь. Так, вот этот вот похожий на страус, это кто у нас? Они живые. Кзуар, вот товарищи, вот он. Динозавр живой прям. Он сейчас подойдет к нам. Стой, не ходи, не ходи. Почему хочу? Так, волка я тоже упустил, сейчас он здесь. Есть, он там второй бежит. Бегут, вот он здесь. Подумал и убежал. А вроде все, показал, что хотел, что увидел. В принципе, сейчас неплохо сходить в зоопарк, хоть и многое тут не работает, но все-таки все не так плохо. Так что счастливо. До новых видео. Смотрите другие видео на канале. Подписывайтесь, кстати, тоже было бы неплохо. Все, счастливо.